Всем привет! Приехали за грибами в лес. Сегодня попробуем пят пособирать. Марк, бери ведро. Возьми. Возьми. Один хочу взять. Может, синее возьмешь? Я вот это черное возьму, а ты синее. Ну, возьми два тогда. А как я? Я ну тут хочу. Так, ножики давай возьмем. На, держи. Не потеряй только, вот тебе. Держи аккуратно. Сейчас я тебе скажу, куда пойдем. Пойдем. Марк, пошли за мной. Попробуем сегодня за пятами сходим. Сюда? Поохотимся. Вот сюда пойдем. Сюда? Вот опята старые уже, видишь? Да. Но мы старые не будем брать. Новые будем брать. Вот опята посрезали. Значит, опят много. Вот, все дерево было в опятах. Да. Ищем опята сегодня. Вот, немножко. Немножко? Опять. Покажи немножко. Этих? Да, но они уже такие старенькие. Надо посвежее искать. Эти мы не будем, наверное, брать. Ищем пеньки. Вот, смотри. Вот еще опята. Опят много, но они такие вот хорошие. Вот эти хорошие опята. Это уже что отрезать? Убери ножичек, отрезай. Вон, дальше иди, отрезай. Да. Вот еще две там. А тут вот еще. Вон целая семья. Тут. Отрезай аккуратненько. Без листиков, без всего, старайся. Вот опятки. Снизу режь. Вот. Да, вот так вот отрезай их. Это что, опята разве? Это опята, да. Вкусно пахнет, понюхай. Ох, какая вкусная. Давай, отрезай. Я же тебе говорил, надо было два ведерка брать. Посмотри, сколько вон там еще. Весь лес в опятах. Вот здесь вот. Вот, вот, вот. Давай ты идти, отрезай, я пока здесь буду. Все. Вот что делаю. Давай, давай, режь, иди. Ты там все отрезал, вон сзади сколько пропустил. Иди отрезай, говорю, все. Да, опят в этом году много. Целыми кустами растут. Да все в опятах. Мы так с тобой за 20 минут опять наберем полные ведра. Вот тут еще много. Вон. Вон они везде. В колеях. Смотри, сколько опять. Да. Ну, они уже переростки начинают перерастать. Их надо собирать только. Собирай только хорошие. Это... Чтоб не сильно были старые. Беленькие, чтоб снизу были. Беленькие? Да. Отрезай. Смотри, какой он ушел. Хорошие, давай, режь. Ну, это черный, не надо черный. Ищи снизу, чтобы были беленькие. Эти, видишь, плохие уже. Все, мы такие не будем брать.
Вон рыжик. Ой, камера запылилась. Ой. Вон. Это? Видишь, такой не надо. Вот эти давай посмотрим. Это вот эти, в принципе, неплохие. У тебя много, у меня только три. Какие три? Я тебе там целую гору дал срезать. Где? Ну, сзади, где мы были, там же много было. Вот какой-то. Это вот какие-то красные головики. Сейчас много, режь, ходи, смотри вокруг, растут. Смотри внимательно, вот волнушки, вон на бабок. Бабок? Это все в голову попало. Но, вон видишь, большой. Да. Пойдем в этих. Пойдем опять искать. Ножик положи в ведро. Где? Вон там. Где? Вот. Покажи. Вот. Ну, отрезай две штуки. Две штуки там. А ты, папа, посмотрим, если они такие хорошие или нет. Может. Хорошие. Да. Вот. Режь давай, режь три штуки. Три штуки. Да, я сейчас здесь посмотрю еще. Молодец. Ага. Вот еще опята, но или это не опята? Это волнушки. Много волнушек. Ну, волнушки мы не будем в этот раз брать, волнушки. Волнушки мы не будем собирать. Мы сейчас будем только опята брать. Идем за мной. Вот, смотри, семья целая. Какие классные. Вот, все дерево в опятах. Вот, иди сюда. Вот такие малыши. Растут классные, красивые. Вот. Это что? Это опята. Вот, с Мариком опять собираем, опять полно, полный лес. С утра приехали, где-то в 8:30 уже здесь. Так что будем собирать опять. Аккуратненько режь, пониже. Вот, так надо. Сейчас. Повторю, гратом. Ну, я же тебе сказал, два ведерка бери. Да, они все хорошие, тут маленькие. Где мой? Куда дел, там и ищи. Вот. Надо с него так. Аккуратно режь. Другой стороной резать надо, не этой. А
вот этой? Острой надо резать стороной, а не тупой. А туда зубы. Все, пойдем дальше пеньки искать. Все эти? Ну такие же пенечки искать пошли. Вот тут их много. Гора тут была. Вот они на деревьях и растут. Ищи деревья. Да, они падают, они вырастают. Да. Если нет деревьев, они так не могут. Смотри, пеньки, деревья, где валяются. Вот валяются деревья. Ну, здесь нету, не вижу. Идем дальше смотреть. Мы в том году собирали напротив у дороги. Можем туда зайти посмотреть. На противоположной стороне. Волнушек сколько всяких. Полно. Под ноги смотри внимательно. Аккуратно иди за мной. Ну, здесь немного опят. Немного? Да, совсем немного. Чуть немного. Вот еще. Вот, срывай маленькие, да. Вот какой-то этот маслюнов, слюнявчик маслянистый, не помню, как он называется. Вот, нашел я еще опять. Он много под деревом. Вот. Вот в этом. Это просто... Ну, они уже начинают чернеть снизу. Снизу? Как бы такие не очень, конечно. Не очень? Но мы их посушим. Вот еще отрезанный. Вкладывай себе. Мне тоже надо. Пойдем зайдем в лес напротив. Так. А потом сюда вернемся. На свое старое место. Вон красноголовики. Две штуки. Нет, один, вон. Иди режь. Вот я еще. Не хочу, больше не растут. Да нет, сорви, он хороший. Сорви, сорви его. Один, да, хороший тут. Ладно, тут головки тоже растут. Ну, один попался. Один пока. Да. Пойдем на эту сторону дороги. А потом вернемся на ту. В прошлые года собирали здесь много опять. Пока не нашли несколько других точек. Здесь их очень много было. Они в колеях, на пеньках росли. В этот год не вижу уже. Либо все посрезали, либо они в этом году здесь не росли. Потому что здесь их было вообще тьма. Мы тут успевали, только ходили, резали в каждой колее. По ведру набирали. Сейчас попробуем на еще одно место пройти. Если здесь не найдем. Ладрика был. Нет, это не те грибы, которые нам нужны. Да, тут в этом году с этой стороны вообще нет. Вот волнушки только растут. Волнушек много, но мы уже набрали, засолили.
волнушек, поэтому волнушки мы брать не будем. А в этот год уже хватит. Вот. А бабки растут. Вот один опенок вижу под деревом. Вот несколько штучек всего. Вот нашел штучек 5-6. Совсем небольшие. Вот два там. Вот три, четыре. Да. Ну, они хорошие. Ты там, наверное, сел жопкой еще сзади, наверное? Нет. Да? Сел, коленками раздавил. Там много их столько. Вот это. Так собирай. А, там их 4. Там уж снеговый какой-то. Снеговый тоже поеденный. Вот еще малыши. Ну, с этой стороны они, видимо, может быть, что и... еще 3. Давай, вот еще много, да. Вот немножко попадаются, но они здесь редкие. Что здесь не на пеньках прямо растут друг от друга и не близко. Но все-таки с той стороны больше. Все собрал. Вот еще попили. Да. Это, наверное, да, пенок тоже. Я говорю, что вот еще. Вот, молодец. Я нахожу еще раз. Посмотрю. А вот уже кто-то срезал тут. Видимо, просто посрезали. Вот много было вот здесь на пеньке. Видишь, отрезаны все. Один. Да, остальные срезали. И с этой стороны. Вот масленок. Вот еще опята. Ну, тоже частично порезанные, но неплохие. Смотри, хорошие. Вот дороги. Да, тут много малышей. Тоже сорвем. Немножко. Видимо, мелкие не выросли. Они срезали не так давненько уже срезали. Марк, вот с этой стороны много было. Да. Вот я все-таки ошибаюсь, здесь были опята. Но кто-то раньше нас просто как всегда приехал и собрал с пеньков опята. Мы сейчас пройдем еще с другой стороны, там меньше народу ходит. Сложнее собирать. И попробуем там поискать. А мы на ту сторону, Марк, сейчас пойдем. На ту сторону, на другую. Туда, где мы с тобой были. Сейчас здесь еще посмотри внимательно. Потому что не все срезают. Не все? Нет, не все видят. Они просто побегают. Бежим, бегут. Ну, я думал, будет поболее. Конечно. Вылазка наша сегодняшняя. Вот тут один, вот их два. Ага, ну если не старые, срывай. Ладно, сейчас пойдем в другую сторону. Здесь уже заканчивается лес. Тот, который нам нужен. Ладно, пойдем на другую сторону, сейчас попозже сниму.